Друзья, всем привет! Решил провести эксперимент по очистке пластика. Вот, надеюсь, камера передает. Здесь уже цвет далеко не серый. Есть вот въевшаяся грязь, особенно от ботинок там прочее. На дверях, вот на светлом пластике хорошо видно. На темном въедается в различные рифления, например, вот в эти пазики. Конечно же, полиролька выручает, но тем не менее грязь все равно остается вот в этих местах. Я приобрел флакон, он меньше 100 рублей стоит, литровый, просто активная пена. Ну, тут написано автошампунь, активная пена. В принципе, я хочу проверить, какую версию? О том, что пена, которой мы пользуемся при мытье кузова, она просто-навсего начинает выбивать всю эту грязь. И, в общем-то, хочу проверить, как это будет работать на пластике. Наносить я попробую с помощью мобильного пистолета, потому что больше ничего подходящего у меня пока что нет. Раствор попробую подготовить максимальный, наверное, где-то примерно в районе 1 к 10. На крайний случай можно воспользоваться и вот таким распылителем, который остался, по-моему, от какого-то средства для мытья окон, например. Ну и теперь пробуем наносить. И знаете, что я вам скажу? На камеру, может, незаметно, но я вижу, просто уже пошли подтеки вот этой грязи. То есть это действительно работает. Теперь остается только протереть и промыть. Единственное, конечно, вот эти вот грязные моменты. Да, возможно, не с первого раза они отойдут. Это вот следы от обуви. А вот я сейчас просто даже удаляю вот этот состав. И уже становится чище. Что я могу сказать? Вот дверь еще до конца не высохла. Вода реально грязная. Этот состав отлично работает. И что интересно, очень легко его удалять просто-навсего с этой поверхности. Не остается вот этого мыльного следа, не остается вот этого от прикосновений и прочего. Мало того, может быть, видно, отмыло так, что стало видно все царапки. Их было не видно, они были просто, ну, засалены вместе с дверью руками пассажиров. Вот водительская дверь, которая всегда будет самой-самой грязной. То есть мы видим, у меня пятна вот на вот этой блестяшке есть. Я надеюсь, камера передает засаленность, вот эти вот грязь какую-то на самой серой поверхности. Сейчас точно так же помою, как ту дверь. Блин, она реально классная стала. И посмотрим результат. Да, видно, как уже начинает сразу вытекать, стекать грязь. То есть уже первый слой смывается. И дверь, ну, реально оживает, то есть возвращается к ней цвет тот, который был с завода. Что ж, тут тоже получаешь результат, которым остаешься доволенный. Это всего лишь с одного прохода. Я вижу кое-где еще косячки, но тем не менее глаза и пальцы на ощупь они не обманывают. Ребят, так что реально рекомендую, пробуйте. Метод очень довольно-таки хороший и экономичный. То есть, по сути, может быть, нам продают то же самое, только лишь с наклейкой, что это специальное средство для очистки пластика. И это очень дешевое средство получается, поскольку объем вот этого бачка 0,85 литра. Посмотрите на свет. То есть я тут налил буквально чуть-чуть. Ну, где-то 60-70 миллилитров я наливал. При этом в бачке больше половины еще остается. Я в варе 3 раза полил эту дверь. То есть вот этого объема, ну, хватит, наверное, на весь салон. Ну, может быть, 1,5 таких объема. Вот и считайте сами. Бутылка такая стоит в районе 100 рублей. Ну, максимум даже 200, если она рублей будет стоить. Хватит ее, ну, на очень много, далеко не на один сезон. Результат классный. Я не знаю, камера передает или нет, но я просто вижу пластик таким, каким он был изначально. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Я буду домывать машину. До новых встреч. Пока.